И снова мы на канале Булаточка Marketplace. Хотим с вами поделиться новостью. В нашем ассортименте добавилась модель Waymo 1100D6 в комплектации Deluxe. Что же это за модель? Эта модель, хорошо зарекомендовавшая себя в предыдущих сезонах модель мотоблока Waymo 1100D 9 лошадиных сил. Сейчас она укомплектована более современной 6-ступенчатой коробкой, то есть на которой есть повышенная и пониженная скорость, есть включаемый вал отбора мощности. Данная модель идет в комплектации Deluxe с рулем КМ-серии. Идут вот такие мягкие ручки, идет бардачок. Вот так закрыт у нас вал отбора мощности. Вот, включение повышено. Давайте немножко расскажем вам об этой модели. Данная модель укомплектована двигателем серии Waymo 177F. Двигатель этот имеет мощность 9 лошадиных сил. Объем двигателя 277 сантиметров кубических. Воздушный фильтр с масляной ванной. Выхлопная труба. И идет бак. Бак в серии Deluxe идет емкостью 6,5 литра. То есть этого бака хватает для работы, ну, я думаю, в зависимости от расхода топлива, хочу сказать, расход топлива данной модели где-то 0,5 литра на час работы. Соответственно, можете сами посчитать. Данная модель укомплектована колесами 4х10. В комплектации идет фреза, которая устанавливается вместо колес. Данный мотоблок можно дополнительно укомплектовать любым навесным оборудованием. Ставится переходничок или уже фирменным, который ставится вот сюда. Можно вешать активную фрезу, она есть в наличии. Косилку можно вешать. Помпы, опрыскиватели. Любое навесное оборудование можно сюда уже. Ну и, соответственно, вал отбора мощности включаем и отключаем. Руль, напоминаем, у моделей серии Deluxe вращается на 360 градусов, можно ее повернуть влево, вправо, не идешь за мотоблоком по фрезерованной земле, то есть удобно. Комплектация Waymo Deluxe из-за руля КМ имеет более правильную развесовку, то есть мотоблок одной рукой находится вот на центре тяжести. То есть это очень удобно, комфортно. Ну и не зря серия Deluxe, все-таки это серия более премиум класса, и здесь забота о покупателе, о его возможности работать с техникой, не затрудняясь и решать все задачи, это самый главный приоритет данного направления Waymo Deluxe. Вот такая техника появилась у нас на складе, она доступна к заказам, вся техника проходит предпродажную подготовку. Есть возможность заказать услугу доверия. В услуге доверия, согласовав с менеджером, вы можете их попросить о видео, снять любой узел, работу, как все происходит. Эта услуга создана и внедрена для того, чтобы люди, которые заказывают технику онлайн, могли более точнее, тщательнее выбирать себе того поставщика услуг и техники, которому они могли бы доверять. Понятно, все мы чему-то учимся, где-то ошибаемся, советуйтесь. Ну и пишите, все ваши комментарии будут отвечены, никто не забыт. Вот такой мотоблок Waymo 1100D-6 в комплектации Deluxe. И напоминаем, что идеальная Waymo для идеальных покупателей. И подписывайтесь на наш канал.